Полные силы новых идей. В Петропавловске и Закмолинской области вернулись участники республиканского молодежного политического лагеря «Жастарутанга». В нем приняли участие порядка 170 активных, творческих, желающих менять мир вокруг себя молодых казахстанцев. В соседнюю область от северного региона отправили 7 человек. Чему они научились и что узнали нового, расскажет Дарья Пышмынцева. Живописная природа, море новых знакомств, обмен мыслями и идеями. Это и многое другое ждало участников ежегодного республиканского молодежного политического лагеря «Жастарутанга». Для будущего поколения эта площадка – способ поделиться опытом и приобрести его. Цель данного лагеря, чтобы пригласить всех лидеров со всей страны в одно место, собрать в одно место. Все эти лидеры будут общаться между собой, возможно, зародятся какие-то новые идеи, новые проекты, и которые будут реализовываться не только в какой-то определенной области, а в целом по стране. Десятки ярких и известных в Казахстане спикеров делились с участниками молодежного политического лагеря своими знаниями в самых разных областях. Говорили о политике, культуре, социальных сетях, музыке и режиссуре. Последняя тема особенно заинтересовала Акимжана Толиубая. Молодой человек несколько лет занимается видеосъемкой. В будущем планирует выйти на профессиональный уровень. Я получил огромную мотивацию и заряд энергии. Общение с людьми, которые достигли успеха в той сфере, которую ты любишь, всем сердцем вдохновляет. Надеюсь, в будущем все, что я увидел и почувствовал, выльется в яркие и креативные проекты. Акимжан Толиубай в республиканском молодежном политическом лагере «Жастарутанга» участвовал впервые. А для Жанны Бисеновой это была третья поездка на масштабное мероприятие. Каждый раз я очень горжусь тем, что я являюсь участником данного лагеря, потому что каждый лагерь происходит очень интересно и насыщенно. В этом лагере программа была тоже не исключением. Приезжали очень много общественных деятелей Казахстана, блогеры, певцы, артисты. И всей молодежи я желаю и советую, чтобы они не останавливались на месте и развивались каждым днем. Обсудили участники молодежного лагеря главный стратегический документ страны. Все задачи, которые президент Казахстана ставит перед представителями поколения Next, они готовы выполнить. Дарья Пышмынцева, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.